क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार। Куда лицом? Нет, лицом туда, в сторону шкафа. Сейчас я включу свет. Давненько я не брала в руки шашек. Все спрашивают, как семейная жизнь, не надоела? Не надоела. Скажи мне, как куда смотреть? Так, смотри, можешь на меня смотреть сейчас. Чуть-чуть спиночку прими. Вообще, ты же такой авантюрный человек, насколько я помню. Да. Нет? Нет? Что надо? Да. Я помню, ты что-то куда-то ездила в кино, там что-то снимали кино. Снимали, ну, мультфильм, да. Да, один съемочный день был на какой-то загородной даче. Чего-то там замерзла вся вообще просто. Никакой организации, что меня вообще возмутило. Скажи уже, что делать-то. Так а ты все правильно делаешь. А вы где-то снимал позицию? Вау. Там у нас... Красота какая. Ага, вот держи. Именно вот так вот. Вот именно так все. Значит, вот так, легким таким движением руки. Возьми чуть-чуть. Лена, меня сейчас посадят, я все улицы нельзя. Вот так вот. Ага. Вот так. Сейчас я пучку. Как его зовут? Кто такой? Митхун Чакраборти. Митхунтик. Или как-то как? Митхун. Митхун Чакраборти его. Ага, Чакраборти с фамилией. А в детстве казалось Митхунтик. Митхунтик. Митхун Чакраборти. Очень мило. Митхунтик, да. Сейчас мы еще порисуем фонариками, да, если? Да, порисуем. Ее нужно будет сидеть неподвижно, поскольку любимая выдержка, если ты подвинешься, то, ну, в принципе, может быть, маска будет даже интересная, если получится. Юля, сиди. Неподвижно, так, нажимайте. Так. Все нажала. Сейчас будет мышечка. Работай красиво-то. Тут такой есть элемент непредсказуемости, да, не знаешь никогда, что прикольно, получится. Прикольно, вообще прикольно. Вот тут, конечно, посильнее бы посветить бы, да, то было бы это, лицо больше. Вот лицо, видно, чтобы, да, вот выделить. Но а будет желание, да, приходите, поэкспериментируем еще. Да, прикольно. Здорово, да? Леночка, разматывай. Так, ну все. Кятера. Kya mera bhula de.